Это дом 102 по проспекту Ленина. С виду ничем не примечательный подъезд. Однако с недавнего времени дорога к нему известна не только жильцам многоэтажки, но и многим молодым мамам и папам. Бывшие коммунальные квартиры на втором этаже отремонтировали и превратили в детский сад. В ремонт и приобретение мебели было вложено 5 миллионов рублей. Получилось функционально, стильно и современно. Мы видим, насколько здесь хорошо создана материально-техническая база, новые интерактивные комплексы, которые позволяют буквально с дошкольного возраста использовать все достижения научно-технической мысли, воспитания и в подготовке будущих наших дошкольников к школе и к жизни. На самом деле получилось не самое обычное дошкольное учреждение, а целый ресурсный центр. Его так и назвали – «Чудо-садик». Здесь две группы и уже сейчас 35 воспитанников. Время пребывания до 5 часов в сутки, в том числе в субботу и в воскресенье. С малышами работают психологи, логопеды, педагоги. При необходимости помощь окажут и родителям. Консультативный семейный пункт городской, то есть любой родитель города со своей какой-то проблемой, которую он не может решить в стенах своего дома, в своей квартире, может обратиться сюда на базу вот нашего вариативного ресурсного центра. То есть к психологу может обратиться любой ивановец, у которого возникли проблемы в общении со своим малышом. Педагоги помогут и с выбором форм работы для развития конкретного ребенка. Елена Белова, Сергей Коликов, РТВ Иваново.